Дорогие друзья, с Рождеством Христовым! Сегодня мы отмечаем праздник. Праздник прихода в мир Иисуса Христа. Это удивительный праздник. Праздник для всего человечества. Для всех без исключения людей. Именно в Рождество, когда ангел Господень возвестил эту радостную весть, было сказано. Потому что это весть для всех людей. Для всех живущих на этой земле. Поэтому мы не отделяем сегодня Запад от востока, север от юга. Все живущие на этой земле, именно для них пришел в мир Спаситель Иисус Христос. Как мы узнаем Рождество? В Рождестве есть много знаков. И вот ангел сказал пастухам, которые были в Вифлееме, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Сегодня, когда мы заходим в супермаркеты и звучит рождественские мелодии, мы видим вертепы, мы видим звезды, которые тоже являются теми путеводными знаками, напоминающими о том, что когда-то 2000 лет назад Вифлеемская звезда привела волхвов, мудрецов, для того, чтобы они могли найти царя и поклониться ему. Как важно, чтобы в эти дни перед нами всегда были путеводные знаки. Как важно, чтобы мы ориентировались именно этими путеводными знаками для того, чтобы прийти и поклониться пришедшему в мир Спасителю Иисусу Христу. Поэтому не пройдите мимо, найдите эти путевые знаки, придите для того, чтобы поклониться пришедшему в мир Спасителю Иисусу Христу. С Рождеством Христовым!